большие вещи начинаются с малого. То есть с каждого человека по отдельности начинаются большие вещи, когда люди будут знать о проблемах. Это касается даже просто взять мусор и выкинуть в мусорку, а не бросить его на асфальт. Кара пытается донести до людей вот такие вот масштабные проблемы в такой форме, в которой бы они могли понять это на микроуровне, то есть для себя, как они могут изменить свою небольшую площадь вокруг них, чтобы эта площадь с каждым человеком возросла и превратилась в целый центральноазиатский регион. Я надеюсь, что лет через хотя бы 5 люди станут ездить на велосипедах, у нас все будет чисто, красиво, зелено, когда люди поймут, что это на самом деле важно, то, что действительно, дышать нужно приятным, чистым воздухом. Нужно сохранять, во-первых, здоровье для наших детей, которые будут в будущем у нас и у вас.